По мнению большинства респондентов, опрошенных фондом «Общественное мнение», быть патриотом или нет – это личное дело каждого. А вот что он из себя представляет, нам расскажут соликамцы. Патриот? Ну, тот, кто любит свою Россию, страну. Ты патриот? Да. Любить свою страну, в которой ты живешь? Ну, помогать, куда-нибудь ходить, узнать что-нибудь новое и еще. Патриот – это патриот своей родины, России. Города Соликамска, Пермского края. Ты считаешь себя патриотом? Да, я считаю себя. Ни на что не променяю город Соликамск. Ни на другой город. Ну, это значит помогать всем людям и приносить добро в мир. Ты патриот? Да. А что такое быть патриотом? Не знаю. Быть патриотом? Любить свою родину, относиться к ней так же, как к самому себе, к своей семье, к своим друзьям. Ну и, соответственно, делать все для того, чтобы то место, где ты находишься, где ты живешь, всегда было прекрасным и достойным тебя. Добрым человеком, помогать всем. Патриот – человек, преданный стране, России. Вы считаете себя патриотом? Абсолютно. Патриотом быть надо быть верен своей родине. Это наша родина, Россия. И мы всегда ее будем любить. Везде, где бы мы ни были. Добавлю, участники опроса фонда «Общественное мнение» единодушно заявили о том, что патриот – это тот, кто служит в армии, знает историю своей страны и не уезжает жить и работать за границу.